У нас есть традиция в передаче. Давайте сюда животное. Золото. Да, мы. Это кто идет? Так, такое животное без ограничений. Как это? Ваня? Ваня. Мальчик. Значит. Ванечка. Да. Ваня. Вот это Ваня. Мы его пристроим кому-нибудь из зрителей. Золото. Вот они приютские у нас коты. Вот, если вы не возражаете, он у нас поприсутствует. Я обожаю кошек. Я знаю, у вас же обожаю. Есть. У вас же есть, да. Был. Как был? Великий мой кот. А что значит был? Он умер. Давно? Давно, да. Он прожил у меня 30 лет. Ух что ты. Бывает редко, да, он был сиамец. Ага. Сиамец. Ну даже они столько не живут, мне кажется. Да? Ну, возьмите Ваню, мы знаете, вам дадим. Что? Ага. Там так же, как и среди людей. Самое важное, что тебя любят. Угу. Тогда будут долго жить. Да-да. А если это твой реквизит, я вас не имею в виду, не знаю. Угу. Если это твой реквизит, чтобы показать гостям, тогда это нет, все. Нет, мы отдаем гостям. Мы не просто показываем, мы их отдаем. Взял, то есть, там есть телефон, по которому можно прозвонить. Я с удовольствием, но мне не могу за ним ухаживать, потому что я утром прихожу, вечером возвращаюсь. Угу. Надо взять с собой в театр. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».